погнали. Здрасте. Здравствуйте. Этот ключ уже два билета до Симферополя, а там на троллейбусе до Ялты. Кайф! Что, правда, сбегаем? Да-да! Кайф! Салют, салют. Салют. Кило 850. Рызыки с учетом камушков и так с меня 22 744 рубчика, как в аптеке. Борис Исакович, может быть, я уже пойду? Так и да, можно. И, деточки, я вас умоляю, другой раз заранее предупреждайте о клиенте. Я таки мог финансово подготовиться. Все непременно. Мальчики, салют. Какая ля-ля. Я не понимаю, молодые люди, куда вы смотрите? Такая девочка. Такая куколка. Имейте минутку подождать. Денежки не любят, когда торопиться. Все. Суд, Паша! Тёмыч, держи. На месяц хватит? Спасибо. Погнали. Артём, чуть не забыл. Добрый день. Салют. Пару серьезных вопросов. Дим, у нас нет времени. На бухгалтерию? Артём, если тебе все равно, так все. Все, я понял, понял. Извини, брат. Бизнес, бизнес. Ты что, скоро? Сейчас с мороженым скажу. А какое мороженое? На вокзал опоздаем, Паш. Успеем, успеем. Куда фрукт идем? Сзади Кайву. Старик! 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 Да лоснинай! Пожалуйста.
Это вам. Пожалуйста, будьте здоровы. Спасибо. Приходите к нам еще. Ой, извините. Девушка, подождите. А ну стой! Стоять, я тебе говорю! Отпустите! Светлана Евгеньевна, какая встреча? Пусти, козел, я кричать буду. Что, милиция? Давай вместе. Волочь, я тебя не знаю. А мальчик, ну? Старика не видел? Нет. Кай, сунак, дурак, кличка, сунак, Кай! Ха! Полегче! Выпусти меня! Останови машину! Куда вы вообще меня везете, слышишь? Дайте Сайдулина! Зафанда! Рыжая, сумку дай. Что? Сумку, говорю, дай сюда. Следующая ты. А что понеса, сарпанес, муры? А что, муры? Конечно, мы сейчас хватим, мы сейчас мараловцами. А Вильям? Вставай. А ну вылезай давай. Пусти. Кому говорю? Пусти. Вылезай, говорю. Обродалось. Обыщи его. Гили? Гили. Когда? Где отец? Коте. Там. Како, Лачо. Дядя Лачо приехал. Отрубала, панши лавы. 500 рублей. Авен, авен. Пошли. Авен. Со тавас тихан, биби. Тумега тихан. Тавас бахтей, наис тебе, биби, наис. Ты стас тимас. Ты хас, ты море, и ты хас. И что? Давай, давай, давай. Ага, давай! Лачи, хорошее ружье. Немецкое? Немецкое. РЛП-зау. Называется Зауэр. Очень хорошее. Смотри, какое ружье. Хочу сказать, отец, прости меня. Алсо. За что? Юне. Они твой подарок украли. Сумма черная. Золото украли. Машину твою украли. Какую машину? Волга. Волгу. Лачи, ныви. Хорошую нашел, новую. Белую. Белую? Ты же хотел белую, а этот еврею привела. Еврей ушел, золотом ушел. Здрасте.
Это мои сыновья. А ты их обокрала. Они подарок мне не купили. У меня день рождения. Видишь, стыдно им. С днем рождения. Но я ничего не крала. Саро. Пацан тоже? Тоже. Дай патроны. Подождите, я ничего не делала. Я к этому еврею 100 раз водила, и все в порядке было, честно. Зачем убежал? А вы чего? Вы чего, а? Золото. Куда дели? Какое золото? Я вообще не в курсе, она меня самого кинула. Чего ты молчишь? Скажи им, ну! Ну? И говори. Скажешь, живая будешь. Михаил, скоро гости приедут. Что ты делаешь? Не мешай. Иди домой. У тебя день рождения. Ты хочешь праздник кровью осквернить? Твоя мать родила тебя 60 лет назад на мое горе. Ой, правильно принял. Она верно говорит. Одес на щик. Сейчас нельзя. На. Я что, не хозяин? У себя дома. Цыгане, счастья вам, здоровья, силы духа, жить до 100 лет вам. Михай, чтобы ты был здоров и счастлив. Приехали мы танцевать, петь, гулять, есть и веселиться на твой праздник всей семьей. Счастья тебе и здоровья, и всем гостям твоим. А еду, 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 дышу старой мордой. А и дышу медом, дышу медом, пареномой. Пареномую мы шумидем, лекалы с дарта нашли. Ой, не, дай раз, не, не. Ай, шам, 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 балалаты, шам. Ай, балалаты, балалаты, мы ж мы рам. Анде, якам, мекам, мал, мала, якам, акам, мал. Ой, не, дай раз, не, не. Анде, якам, мекам, мал, мала, якам, акам, мал. Ой, не, а иду, 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 и дышу стать парной. Ай, дышу мидо, парной. Парной, а чу мидем, рейкалась на станушке. Ой, не, дай раз, не, не. Парной, а чу мидем, рейкалась на станушке. Ой, не, дай раз, не, не. Ай, шау, 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 пала на ты, шау. Ай, пала на ты, пала на ты, мышь меда. Девка твоя совсем без головы. Она не моя. Цыган, нельзя воровать.
Ты был с ней? Я говорю, она не моя. Она меня самого кинула. Я с ней познакомлюсь. Все одно в расход. Тихо, тихо, тихо. А меня? Как Баро скажет. Можно тоже в расход. А может, отбатрачишь годков 5. Ты вообще что можешь? Да не знаю, я музыкант. У нас все музыканты, брат. На кухне лох у вас. На кухне что? За барабанами, говорю, стучит, как дядя. Давай, вот, Филиппе. Я сыту. Как дятел. Шунде, чалы! Как дятел говорит, за барабанами играет. Смешно сказал. Бывалы, чавалы! Цыгане, ага, поты, прошу минутку внимания. Ваша Маре Дадес для нашего акцента сыграет гость из Одессы. Чачо артисту. Настоящий артист. Послушаем. Давай! Что это было? Извините, это рок-н-ролл. Кончай уже. Бестолку все. Заткнись. Слышь, сам заткнись. Мы вообще-то из-за тебя в этой жопе сидим. Что? Из-за меня? Конечно, кто на меня кинулся? Кто меня на все бабки кинул? 8 месяцев блевал за борт, пахал как папа Карло, а ты сейчас? А ты Буратино. Что? Ты не папа Карло, ты Буратино. Здравствуй, дерево. Ты что, блин, а? Спокойно, лежачего не бьют. Ты что лыбишься? Нам завтра гестапо устроить, а что, вообще не колышь? Я сразу всех сдам. Я же не Зоя Космодемьянская. Что, еврея своего сдашь? В общем, тебя. Скажу, что ты пахан, а я так, шестерка. Тебя будут пытать, а меня запишут буржуины. Все просто. Офигеть.
А что? Каждый сам за себя, закон джунглей. Ты не крал. Можешь уходить. Иди. А я? Тебе нельзя. Ты виноватая. Ну, подождите, вы же мою руку не смотрели? Там тоже все написано. Я глаза вижу. Уходи. Без нее не пойду. Она тебе чужая. Ты музыкант. Хорошо. Ты сам решил. Идите. Собаки не тронут. Спасибо. Мерси, мадам. Выключи ты, а? Алё, поаккуратней. Переживёшь. Могла бы спасибо сказать. За что? За то, что не брось. Еще что, а ты бы и так не бросил. Буратино. Ой.
Не, ну один в один. Эй! Все. Пала смерть храбрых. Ну и куда ты? Навстречу солнцу. А, ну я так и поняла. Как тебя зовут-то, Буратино? Меня Валерия зовут. Светлана Евгеньевна, блин. Павел. Лера. Пить хочу. Сейчас вот такого компотика из холодильничка. И чтобы по банке капелька стекала. Ты заткнись ты, а? Злой вы, Павел. Грусти. Я тебе все отдам. Ну, эти. Деньги твои. Отдай. Ну, правда, их нет уже. Да ладно. Угу, правда. Что, в день по штуке тратишь? Да нет, я их отдала. Просто очень нужны были. Мне тоже. Мне капец, как нужны были. Что, на лекарства старушки-матушки? Что ты мне лечишь? Что? А цыган кинула. Что, тоже на лекарства? Ой, много ты знаешь.
Что тут знать? Ты же воровка. Уверен? Что нет. Короче, я тебе все отдам. Не сразу, конечно. По частям. Ты мне вообще все обломала. Квартиру кооперативную должен был купить. Не купил. С девушкой в Крым должен был слинять. Вообще пропал с концами. От кого слинять-то? Какая разница? От родителей? Типа Ромео и Джульетта, да? Ага. Они у нее кто? М? Отец директор «Жигулей» на Черемушках. А, понятно. Что? Холодно? Просто холодно. Расслабься. Сумасшедший! Ну, даже 4 часа только в одну сторону! 25 рублей! Поехали! Ты что, серьезно? 30! Садись! Держись крепче! Сейчас деньги вынесу. Посидишь? Здрасте. Сейчас, я быстро. Закуривай. Не курю. Невеста твоя? Кто? Ну. А, типа того. Красивая. Повезло тебе. Не то слово. Ну где она? Мне же еще обратно ехать. Какой на квартире? Да я знаю. Как это? Не подскажете, Валерия в какой квартире живет? Ну, Лера. Какая Лера? Не мешайте. Стой! Ты куда? О, крыса! Чё? Стой! Да что я тебе говорю? Сквозануло! Как это? Как молча через проходня! Постой, ты же мне же... Да вы же ж там! Что? 30-ку гони. Слышишь? Бабки гони. Артем Николаевич, у себя? У себя. Thank you.
Я занят! Паша. Артём! Так, сейчас, подожди. Иду, иду, братан! У тебя все нормально? Привет. Ты где был-то? 30 рублей есть. Зачем? Ну, дашь, нет. Дам, дам, конечно. 30, все. Так. Сейчас, сейчас, Пашка. Сейчас, сейчас. 30. Держи. Спасибо. Держи. Извини. Да ладно. Счастливо, пацаны. Опа. Что случилось-то? Вообще караул. Табор уходит в небо, блин. В каком смысле? Чё там, Лилька сильно злится? Не то слово злится. На Вауте. 2 дня из дома не уходила, прикинь. Тём, это что, все? Нормально. Кайфоломщик. Не отвлекайся. Что ты говорил про табор? Иди хоть покушай. Не спишь? Ну, спи. Нормально все. Лиля, что так громко? Па, я сплю. Спишь? При таком можно спать. Все. Ну, не знаю. Ну, раз так, спи. Я сначала злилась, а потом испугалась. Тёма говорит, ничего страшного, мало ли что. А мне страшно, ты ушел и все, исчез. Ты прикинь, его цыгане похитили. Тёма. Есть хотите? Ну, не хотите, как хотите. Пойдем. Какие цыгане? Какие конкретные цыгане. По башке дали, увезли вместе с этой крысой. С кем? С этой, которая у меня у березки деньги украла. Светлана Евгеньевна, блин. Так она цыган тоже кинула, прикинь. Я ничего не понимаю. Ну, я за мороженым когда пошел, она мне навстречу вылетает. Тут цыгане за усы ее, ну, за парик, точнее, понеслось. Что понеслось? Махалова. Что за драться полез из-за нее? Ну, ее метелить начали. Я вписался чисто на автомате. Понятно. Что тебе понятно? Паша, тебя 2 дня не было. Лиля, меня дали по башке и увезли черти знает куда. Я как идиотка с пачкой, с плантами прыгала там посреди улицы. В Крым собралась как дура. Меня вообще чуть не грохнули. Что ты не мог им объяснить, что ты ни при чем? Кому? Цыганам? Паш, где ты был? В таборе. Нас в сарае заперли. Мы вчера целый день по жаре топали, потом ночевали на лимане. Вместе? Что? Ночевали. Отдельно. Лиль, завязывай уже, серьезно. И что вы делали всю ночь? Что, спали отдельно? Лиль, ну ты дура. Сколько ей лет? Куда я знаю? Ну, как мне, наверное, ну что?
Ничего. Или мы просто спали. Я так и поняла. Что ты поняла? Любовь приходит и уходит, а кушать хочется. Всегда, да? А? Ну хватит, а, Виноградинка. Вот именно, хватит. Достала уже. Я? Я 2 дня тряслась, как припадочная, пока ты там... Пошел ты. Сама пошла. Козел! Дура! Лиля! Лиля, ты же спишь. Выспалась уже. Лучше бы вы котлет пожрали. Пожрешь тут. Мы бунтари, и мы умрем, сражаясь за свободу духа, ведь это все, чем мы живем. Ради остального глупо. О! Здорово, папа! Здрасте. Садись, в пару сыграем. Бать, ну случайно вышло. Случайно я тебя задел. Знал бы, что такое родится. Мы бы с мамкой лучше в кино тогда. Таки да. Бать, говорю, что случайно. Не успел предупредить. То, что маму 3 ночи трусила, это никого не колышет, да? Пусто 3. Одуплюсь. Иди. Пускай она тебе порадуется. А потом я приду, еще добавлю. Давай вместе, а? Шо? Страшно? Да. Как шкодить, так не страшно, да? Пашечка, а что ж такое творишь, а? Ма! А что ж ты такое творишь, а? Немедленно домой, я сказала! Мам, да все нормально. Я сказала домой, Паша. Я потом, ладно? А потом у меня на тебя зла столько не будет. И бессовестный ты, сынок, а? Мам, ну прости. Мамуль, прости. Пашечка, иди хоть покушай, а? Ну тогда смотри мне со двора не ногой, ты понял? Дядь Вов, а. Саня дома? Ага, вон за горами. Просил его посуду сдать. Куда там? Такой же байба, как и ты, даже хуже. Ходи, Толян, ты сидишь тут. Маринку пялишься? На звезды, блин. Здорово. Здорово. Какие звезды? Ты где шлялся? Фур. Весь мир бардак. Все бабы дуры. Сурово. Что, в Крым теперь не поедешь, да? Да какой там Крым? Зря. Я б смотался на Айдак. Вартек? Ну. Туда ж синяков не берут. На Аюдаге база НЛО. О, началось. Я тебе говорю, они с моря заходят и по норам. Пионеры чисто для отмазки, да? Гуманоиды замаскированы, чтоб местные не пугались. Кажись, пришли. Кто?
Гуманоиды. Ну? 20 зарядов. Тихо! Стоять. Вера. Ой, глупая, сражайся. Спасибо, пацаны. Пошли. Все нормально? Не падать нам туда. Хоть ничего себе, ну там буфера, все остальное. Ну, это, утелки этой, уволили. Валера. Имя, блин. Чпокнул. Майонез, ну чего ты в натуре, а? Ну, я бы чпокнул. Ты да. Кто тут орал? Бэмби, любовь, а? Ты о чем вообще? Это разные вещи. Да? Да. Я твой мужчина. Без баб. Если надо причина. Пардон? То это причина. Без баб. Хорошо. Жилищного. Сам написал? Я же говорю, между вахтами. Давай, шмурдяк. У меня там еще набросал, короче. Ах, ты маэстро. Плыви опять, еще набросаешь. Море, 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 море. Тебе? Шумим, граждане. Здрасте. Здоров. Тетя Люб, блин. Ну чё, зятёк, доигрались? Глянь, какой за вами луноход приехал, а? Собирайтесь.